В Москве расследуют обстоятельства гибели мужчины, который предположительно скончался после нападения стаи бродячих собак. Тело 28-летнего жителя Подмосковья обнаружили у железнодорожного моста во втором Иртышском проезде. Молодого человека многочисленные раны лица, шеи и конечностей. И по предварительным данным, ночью мужчина был искусан бездомными собаками. На месте эксперты пришли к выводу, что причиной смерти, скорее всего, стали потеря крови и переохлаждение. На спине, руках и голове трупа имелись множественные полосовидные ссадины и кровоподтеки. Предположительно, по мнению экспертов, телесные повреждения на нем имеющиеся могли быть причинены зубами и когтями диких животных, либо домашних животных. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, в результате которой будет установлена точная причина его смерти.